Опозорил погоны. Сотрудник ушанской полиции попытался наехать на автомобиле на группу молодых людей, сидевших на террасе автозаправки. Он был одет в гражданское и, по заявлениям очевидцев, находился в состоянии подпития. Мало того, правоохранитель начал оскорблять отдыхающих и устроил драку. Получить комментарий главы инспектората полиции Каушан Штефана Бурдилы не удалось. Позвоните позже, я сейчас выясню все обстоятельства, чтобы внести ясность и предоставить вам полную информацию. На наши следующие звонки Бурдила не ответил. Зато в Генеральном инспекторате полиции сообщили, что ведется внутреннее расследование. Руководство Генинспектората не допускает поведения, которое черняет имидж ведомства. Устанавливаются обстоятельства происшествия и действия полицейского. Потом будет принято решение о дальнейших мерах. В частности, предстоит установить, произошел ли инцидент в рабочее время и был ли полицейский пьян. Известно, что ему 31 год. В правоохранительных органах он работает 5 лет. В мае в подобном инциденте оказался замешан кишиневский полицейский. Он пьяным затеял ссору и отказался пройти алкотест. После того, как мы рассказали об этом случае, его уволили.